Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере. Это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить на тему о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную. Ну, к этому мы еще вернемся. Сейчас, по сути, давайте начнем этот разговор, эту дискуссию по одному из аспектов этой многовекторной работы. Слово министру иностранных дел, пожалуйста, Сергей Викторович, прошу вас.